Снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонард, и мы продолжаем проходить Гарри Поттер и Принц Полукровка. Так, сейчас убавить немного громкость. Так, давайте соберем все. То, что можно собрать, в принципе. Так, рыцаря мы сейчас уже не можем двигать. Я вот так и буду стоять, к сожалению. Так, кстати, запретная секция. Оттуда книги можно брать только вроде бы с этого. С разрешения учителя. Что это за лев? Не понимаю. На него... его закладывать нельзя. Так. Тут, по-моему, где-то должен быть щит. Значок, господи, щит. Пора привыкать называть их щит значками. Кстати, я вот вижу его. Ладно, давайте не будем прям так вот. Все прям. Каждый миллиметр хотя бы этой библиотеки исследовать. Хотя это моя привычка. Все прям досконально обыскивать. Она не открывается, да? Это запретная секция. Так. Вингардиум Левиоса. Так. С помощью акцию я не могу ее притянуть. Черт. Репаро. Отлично. Ну? Что такое? Да, так просто ее взять нельзя. Ой. Так. Кто заклинание? Смотрите на окно. Что происходит с окном, а? Это с Гарри так? Все понятно. Привет, Ник. Вы не видели Драко Малфоя? Не, сегодня не видел. Но я часто встречаю его в коридоре на 7-м этаже. Сходи и посмотри. Может, он там? А Гарри галдят газеты. И напишут еще не раз. Помяни мое слово. Это грозно сказал еще. Так, сейчас. Я знаю этот портрет, я... И это самое... По-моему, мучился над ним очень долгое время. Потому что я только не мог... Нет, не в прохождении. Когда я самый первый раз играл в World of Phoenix, там был такой квест, чтобы открыть пароль вот этого портрета. Надо было пойти в общий зал. Ведь не в общий зал, в большой зал, там где все едят, пиршествуют. И взять газету. Я тупо не понимал, как достать эту газету. Что такое? Давайте я помогу. Так. Тихо. Инсендио! Ну, возьми. Черт. Даже спасибо не скажешь. О, кстати. Ну да, я отсюда, конечно, взять не смогу. Как так, а? Так, где? Где я? Гарри, твоя башка мне мешает. Господи, боже. Так, надо подальше отойти. Так. Так. Извини, Гарри. Забаррикадирую сейчас. Хотя нет. Хочется с чистой совестью поставить на место. Идеально. Вот то место, которое... Что за... Эй, Рон, ты не видел Малфоя? Блин, даже
Ник не успел договорить. Когда? Черт. Сейчас. Он всегда ошивается в этом коридоре, и я кое-что нашел. Похоже на рецепт зелья. Это домашнее задание. С каких это пор Малфой корпит над домашними? Может быть, это вообще не его? Спрошу Гермиону, что это за зелье. Тогда станет ясно, что задумал Малфой. Тебе повезло. Она сейчас варит зелье. Только она все еще не в духе. Почему? Значит, ты не пойдешь со мной? Ах, да, он же поцеловал Ламанду. Лучше встретиться с разъяренным троллем. Увидимся. Так. Привет, Ник. Вы не видели Гермиону? Да. Мисс Грейнджер занимается в классе зельеварения. Нам как раз туда и надо. Наше какое совпадение, а? Блин, вот на бегу Гарри очень медленно разворачивается. Это капец как неудобно. Хотя, по сравнению с Ордена Фениксом, управление тут намного удобнее стало. На Гриффиндора лезем тут сейчас не надо. Хогвартс, конечно, детально создали, но я тут уже нашел одну несостыковку с фильмом. Хотя стоит ли сравнивать с игрой? Не знаю. Короче, там гостиная Гриффиндора, то есть портрет толстой дамы находился в каком-то коридоре, а тут он на лестнице. Это понятно. Тихо-тихо-тихо, не падай вниз, пожалуйста. Меня МакГонагал убьет. Щит. Куда он упал? Этот кубок тоже, да, упал туда, вниз? Черт. Как я мог просрать значок? Как далеко мне теперь надо спуститься? Блин. Стоять. Так вот. Нет, подожди секунду, я сейчас. Ладно, потом соберу. Знание, сила. Чистая правда. Так, привидений тут нет, да? Кровавого оборона тоже тут нет. Вот то место, которое тебе нужно. Был рад помочь. Спасибо. Блин, не в ту сторону. Хотя... Ладно. Что скажет Гермиона? Привет, Гермиона! Ты знаешь, что это за зелье? Странно, что ты его не узнал. Ты же лучший по зельеварению. А тут все ясно сразу. И что же это такое? А меня-то что пытать? Спроси у принца полукровки. Обиделась, ладно, да? Спрошу. Просто сварю зелье, все выясню. Наверняка оно сложное. Нарезанная шкура бумсланга. Сушим, пока не высохнет, и режем. Странно, что мы его не режем, а сразу степем. Давай. Так. Идти, что вот это? Пять. Четыре. Не то. Три. Блин. Три. То есть два. И последнее, давай, Гарри, последнего мало времени осталось. Я пол времени угробил, чтобы накидать этих червей в котел. Ну? Оно же оранжевое. О,
И одна, что это? Вроде справляемся. Какие две вот это вы? Что это? Головастики, что ли? Я не понимаю. Сушеные головастики. Блин. Это же детишки. Зачем они их засушили? Что это? А, это оборотное зелье. Ого! Черт. Оно прям только потемнело чуть-чуть. У него не такой цвет, какой надо быть. Но это оборотное зелье, я помню. Практикуйтесь, Гарри. Замечательное оборотное зелье. Надеюсь, вы не собираетесь его пробовать. Это снадобье ограниченного применения. Сэр, вы уверены, что это оборотное зелье? Конечно, этот серый оттенок под конец, все признаки, но вы должны были их распознать, вы же сами его сварили. Я просто экспериментировал, спасибо, сэр. Оборотное зелье, его используют, чтобы изменить внешность. Интересно, зачем оно понадобилось Малфою? Знаете, что самое странное? Лорд Волан-де-Морт вряд ли и бы принял к себе Малфоя. И в книгах, и в фильме говорили, что... У тебя есть доказательства? Нет, оборотное зелье нет, очень долго, но я их обязательно очень найду. Сложно варить. Примерно месяц. За 3 минуты сварили. Это странно. Вот из-за этой заставки и зима пройдет целый месяц. И вообще под конец года только сыграем. Чуть-чуть. Дамблдор вызывает тебя к себе на очередной урок. Гарри, когда пойдешь к Дамблдору, не говори ничего о Малфое. Он что-то задумал. Рыскает по замку и даже Крэба с Гойлом с собой не берет. Да, на него это не похоже, но у тебя нет никаких доказательств. Тогда чего он все время пасется на 7-м этаже и... На 7-м этаже, точно! Он использует выручай комнату, и поэтому он исчезает с карты мародеров. Если он ходит в выручай комнату, ты никогда не узнаешь, что он там делает. Собственно, поэтому мы ее и использовали для собрания ОД. Лучше сосредоточься на уроках с Дамблдором. Нет, Дамблдора, так, подождите, я хочу значок. Ух ты. Как щедро. Извини, Гермиона. Так, заорал, такая. Вингардиум Левиоса. Так, попал? Попал. Теперь можно идти. Ник, вы здесь? На твоем месте я бы поговорил с Горгульей у входа в вестибюль. Она пропустит тебя к Дамблдору. А как вы об этом узнали? Так, там значок, но мне что-то лень его вышибать оттуда. Извините, что толкаюсь, это дело экстренной важности. Да. Как щедро. Держи, от игры не ожидал такого. Ай-ай-ай. Сколько картин. Слушайте, ребята, может спустимся и тот щит соберем, который я вышиб, и он упал вниз. А что, давайте попробуем поискать его там. Ну что, валяется где-нибудь там одинокий, брошенный. Надеюсь, Ник не психанет, не врежет мне. Так, это еще значок, но не тот, который мне нужен. Блин, куда он упал? Все, я потерял этот значок раз и навсегда. Твари. Твари, разработчики.
по-моему, еще кто-то кого-то приставать будет. Доброе утро! Вот мы и пришли. Ну, спасибо. Привет, Гарри. Пришел встретиться с Дамблдором? Я тоже. Что случилось? С тобой все в порядке? Да, пустяки. Слизеринец украл мой плюй-камень. Это взрыв-камень, подарок от мамы на Рождество. Кто это был? Он. Ну, не совсем приставал, но... Я верну твой плюй-камень. Ну, все же. Ну, все же, да, такое было. Ты че, иди сюда. Эй, это ты забрал взрыв-камень у той девочки? А тебе-то какое дело? Верни его. Иначе что, сглазишь меня? Вряд ли профессору Снегу понравится, что ты напал на слизеринца. Будешь потом наказание отрабатывать 100 лет. А столбеней! Наезжайте мне, первым еще напал. Экспляр! Давай, я секретный прием знаю. Остолбеней! Вот он. Дай тебе еще вдобавок. Кто-то же. А теперь отдавай взрыв камень. Чтоб тебя заплевало! И в следующий раз дважды подумай, прежде чем грабить учеников. Дай себе взрыв камень, девочки, у кабинета на мундурок. Ой, значок, сейчас. Сейчас я его соберу. Дело в том, что когда я первый раз сыграл, я вообще вот эти вот значки не парился над ними. Собирал только те, что попадались. А сейчас я хочу прям собрать, знаете. Прям в коллекцию. Хочется. Ну что? Это что ж такое-то, а? Конечно, мы на место не поставим. Видите, какой я хулиган? Я плохой мальчик. Хотя нет, блин. Сложно не поддаться соблазну и поставить его на место. Пусть даже вот так. Даже лучше будет. Вот, держи. Спасибо, Гарри. Ты самый лучший. Отлично. Кислотные леденцы. Добрый вечер, Гарри. Профессор, я насчет Малфоя и Снега. Профессора Снега? Я уже говорил тебе, Гарри, я верю Северусу. Мой ответ неизменен. Теперь перейдем к нашему делу. Я нашел очень мало воспоминаний о Томе Редли в Хогвартсе. Однако я нашел вот это. Батюшки, как поздно. Юноши, вам пора. Лестрейндж, Эвери, я жду вашей работы. Лестрейндж, блин. Живее, Том. Задушить бы ее? Вот прямо сейчас. Нет, Том, я ничего не знаю о крест-стражах. А если бы и знал, вам не сказал бы. А теперь уходите. Я не понял, что произошло? Профессор Слизнард немного подправил воспоминания. Гарри, ты должен уговорить профессора показать его подлинные воспоминания. Сделай все возможное. Это очень важно. Но тебе пора на тренировку по квиддичу. Мракоборцы открыли проходы. Ты успеешь добежать до стадиона. Удачи, Гарри. Ну что ж... Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Какая территория открыта? Шалость удалась. Все ясно. Привет, Гарри. Тебя искала профессор МакГонагал. Ты знаешь, что ей надо? Нет, но она ждет тебя в зале трансфигурации. Думаю, дело серьезное. Трансфигурации? Мы еще там никогда не были. И МакГонагал, по-моему, мы... А, нет, мы видели МакГонагал в самом начале, когда началась игра. А почему они все против меня летят, а? Меня вообще-то Гермиона ждет, она не любит ждать. Как это говорилось в предыдущей части.
Что ж. Так, мне кажется, там наверху должен быть щит. То есть значок. Я как не могу привыкнуть называть их значками. Так, а? Прошу прощения. Гарри, я тут провела исследование. Ходила в библиотеку. Забыл. Я обшарила все, даже особую секцию. И не нашла ничего об этом принце полукровки. Ни одного упоминания, кто он такой, откуда. Ясно, может быть, он не такой уж и плохой. Пойдем к профессору МакГонагал. У нее какое-то важное дело. Так, я не помню, мы можем встретиться с профессором МакГонагал или нет? Кстати, я помню этот эту мини-игру, так скажем. Так, и чё? И в ту сторону я? Гарри, давай. Тихо, тихо. Что это было? Что ж такое, а? Вот. Куда ты, Гарри? Я значок собираю. Вот так вот. Учись у мастеров. Ой, инцендио. Инцендио, кстати. Прошу прощения. Гарри, не тупи. Инцендио! Все, Гермиона. Гермиона меня уже заждалась. Пойдем к профессору МакГонагал. У нее какое-то важное дело. Да я понимаю, что важное дело. Уже лечу. Скачу. Так, там значок, но мне опять... Простите, мне опять лениво собирать. Блин, они так стоят. Забавно. Понятно. Вот вы где. Я хотела с вами побеседовать после тех злосчастных событий в норе. Почему, когда что-то случается, вы всегда где-то рядом, а? Знаете, профессор, я всю жизнь бьюсь над этим вопросом. Я слышала, Гарри, вы вступили в дуэльный клуб. Вам тоже надо вступить туда, вам и Уизли. Подготовка никогда не бывает лишней. Вы способны на большее, чем многие гриффиндорцы. А, вот и тот, кого мы ждали. Привет, Гарри. Это Аланис, капитан дуэльного клуба Когтеврана. Мисс Грейнджер, идите со мной. Запишем вас в дуэльный клуб Гриффиндора. Хорошая идея. Мы отрабатываем леви корпус. Давно хотела научиться этому заклинанию. Покажешь его нам? Хорошо. Нифига себе. Левикорпус! А зачем она уворачивается, если ее... Если все равно нужно как там показать ей это. Давай, опускайся. Повернулась. Спасибо, Гарри. Но смотри, кто-нибудь из когтевранцев наверняка попытается применить это заклинание против тебя же. Давай проведем настоящую дуэль. Чемпион Когтеврана среди юниоров против Гарри Поттера. Раунд первый. Ладно. Экспеллиармус. Не уворачивайся. Ух ты, ведешь, а? Шевелись. Вот так вот. Есть секретный прием, да, вот такой. Видел когда-нибудь? Ладно, попробую быть с ним мягким. Ну, помягче с ним обращаться. Ха, отразил? Обосрался?
Вот так вот. Не попал как так, да? Давай, стреляй. Стреляй. Блин, а в каких случаях протека отражает, а не поглощает? Не понимаю. Это прям в момент, когда летит это заклинание? Нет, нифига. Блин, да, в моем дуэле мало чего было хорошего. Блин, 4 звезды. Надо было тот секретный прием использовать. Спасибо, Гарри. Вот ты почетный член клуба, поэтому можешь пользоваться тайным ходом через портрет. Пароль «Свет против тьмы». Попробуй поучаствовать в наших соревнованиях. Список висит на доске объявлений. Да, Гарри, мастерство приходит с практикой. Кстати, ведь вы уделите внимание тренировкам по квиддичу. Я очень надеюсь, что в этом году Гриффиндор возьмет кубок. Поторопитесь, Поттер, победу на опозданиях не построишь. Она сама меня задержала. Ты здесь? Еще говоришь, что я опаздываю. Джинни Уизли ждет тебя на стадионе со всей командой. На твоем месте я бы взял ноги в руки. Спасибо за свет. Свет против тьмы. Проходи, дружок. Надо бы изменить пароль. А почему? Не надо менять пароль. Пусть таким и остается. А, вы хотите его изменить, потому что уже много людей о нем знают, да? Нет, назад, 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 лестница, назад. Лестница мне надо совсем в другую сторону. Лестница, пожалуйста. О, наконец-то. Ник, ты что, издеваешься, а? То, что со мной лучше не связываться? О, нет, мракоборницами все закрыто. Так. Ага. Жуки в смятку. Жуки, жуки, жуки! А при чем здесь жуки? Объясните мне кто-нибудь. Отлично, потренируешь меня? Это нормально, что это... Что мне показалось, что... Что там было написано? Блин, не успел. Потренируешь меня? Мне одному показалось, что это... Фраза благодаря... Пошлой. Да! Залез. Штуки так приятно влезаться. Блин. Внимание, Гарри! Так.
это мы. Мы с ним должны толкаться. Блин, Джинни, мне тоже оставь, я тоже хочу повырезаться вот эти штуки. Да не, мы-то и твари, а. О, отлично. Спасибо. О, вот не получилось. Идеально пролететь через кольцо. Вот так, да? Уже две? Что вы тут забыли, а вообще? И вот время теряю. Ай. Жень, меня отдай хотя бы. Тебя умоляю. Знаете, вот этот момент напоминает момент очень сильно. Когда, знаете, Гарри с Малфой пролетали, а рядом был Колин. Вот. Шикарно. Это тренировка? Обычная. Молодцы! Или перед матчем? Спасибо всем! Мне кажется, нам надо укрепить защиту. У других факультетов очень сильные вратари, а у нас такой роскоши нет. Рон играет лучше тебя, Маклагин. Простой дружеский совет. Как один вратарь другому. Держи свои советы при себе. Ты не в команде, Маклагин. Так, и куда она? Меня туда не впустят. Смотрите, как жутко выглядит. Свет в конце туннеля. Жесть. Привет, Гарри. Ты готов к зельеварению? Я искала в библиотеке, но там нет ничего по крестражу. Я тут подумала, если на сегодняшнем уроке ты сваришь хорошее зелье, может, профессор Слизнорд проникнется и расскажет тебе о том, что скрывает от Дамблдора. Да, да, это хорошая мысль. А, да, конечно, хорошая. О, нет, Маклагин! По сравнению с ним Грох истинный джентльмен. Увидимся на зельеварении. Грох? Эй, Грейнджер, Грейнджер! Значит, какой она теперь милый. С Маклагином? Ну, они были вместе на рождественской вечеринке у Слизнорта, но что-то у них не сложилось. Да? Слушай, пойдем-ка за Герми... на зельеварение. Ой, блин, нам с Роном надо Рон класс зельеварение. Я слышал, в этом году ты блистаешь на зельеварении. Молодец, так держать. Спасибо, блин, какая красота, я не перестаю восхищаться этой игрой. Этой игре хоть много лет, но она все же такая... такая красочная. Красочная, да, идеальное слово. Мы сейчас в клуб зельеварения идем? Или прям в клуб зельеварения? О, там кто-то есть. Мне уже страшно. Кто это? Привет, Поттер. Я состою в лучшем дуэльном клубе Хогвартса, Слизеринском. Ты вроде как неплохо дерешься. Можешь вызвать меня на дуэль. Да что ты, спасибо. Я спешу на урок. Я не прошу, а приказываю. Остолбеней! Остолбеней! Ты чё? Остолбеней! Ты чё, гад? Какая еще жуткая музыка играла. Гад, а? И я моим же оружием. То есть меня моим же оружием. Эй, или нет? Ну что? Вот так вот. Понял, как надо драться. Да я и не старался особо. Приходи в наш клуб в мощеном дворе. Вот там тебя взгреют. Почему слизеринцы такие неудачники? Пойдем, а то опоздаем. Слушайте, блин, надо обязательно сходить в этот
Слизеринский клуб зельеварения. Ой, зельеварения, то есть дуэльном клубе Слизерина. Там мы можем выучить одно очень полезное заклинание. Скоро вы узнаете, какое это заклинание. Рон, что с тобой? Вот это да. Вот это да. Здорово. Блин, опять это? Не, это весело. А Рон, ты мне не поможешь? Это было легко. Кстати, по-моему, если так делать, то... Вот. Гарри будет делать вот так. О, это клёво. А зачем так делать, я не понимаю. Просто для прикола, что ли? Так, еще 107 штук осталось. А что это, типа под ножку делать, что ли? Рон, подожди. Блин, не получается. Для этого выше пилотаж нужен. Так, стоп, подождите. Я соберу вот это. Вот эти меня считают, меня убегают, гады. Так, и туда меня, естественно, не впустят почему-то. Что там? Кабинет профессора Флитвика? Спешу. Когда уже будет немного богаче? Так, о, кстати, мы тут, по-моему, не были, да? Ну, Гарри, не тупи. Гарри, не выводи меня. Так, оно исчезло, да? Как так? А-а-а. Все ясно. Оно опять завернулось, да? Что происходит? А, тут прям на бегу все. Прям заразно, что ли? Прям чтобы делать вот так вот хук и... Хук и... Так. Давай, Гарри. О. Ну? Так, какого хрена, а? Я не поняла, что за дела? Так, и последнее. Так. А, мы тут уже были, потому что, да? Инсендио! Да, мы тут были. Ё-моё, я тут... Стойте! Стою, парюсь. Куда вы полетели? А ну быстро ко мне! Гарри, избавься от нее, Гарри. Я думал, что вы вместе. Ну, я... Ты скажи, что влетел в стену на квиддиче, или что-то вроде того. Ладно. Скажу, что ты убился. Или что тебя пожиратель смерти забыл. Как родителей навела. В чем дело? Это не смешно. Кто-то заколдовал мои книги. Они вылетели из сумки, и теперь я не могу их поймать. А ну вниз! Так, ты пробовала подействовать на них чем-нибудь еще, кроме крика? Вроде заклятия левитации. Нет. Если бы Бон-Бон был тут, он бы что-нибудь придумал. Ты его не видел? Нет. Так, если я подниму твою сумку в воздух, можно будет попробовать поймать в нее книги. Ой, да ладно. И поймайте все в нее книги. Ага, вот одна! Давай.
Спрячьтесь в сумку! Разве в Хогвартсе носили сумки? Вот Бон делал домашнюю работу по этой книге. Спасибо. Ты уверен, что не видел Рона? Да, видел. Он был в башне прорицаний. Что ему там надо? Он больше не занимается на прорицаниях. Он сказал, что хотел спросить о чем-то важном, о своем будущем. Это, наверное, о нас. Вот за что я люблю своего Бон-Бона. Он всегда думает о нас. Какая гадость. Да. Боже. Спасибо. Ты готов к зельеварению, Бон-Бон? Хватит. Вот это сейчас тролль был 70-го левела. Гарри, я хотел убить троллит. Да. Это жесть. Рон, ты не мешаешь. Сейчас мне уже лестница мешает. Прошу прощения. Быстрее, быстрее, у нас много работы. Начнем с противоядий. Итак, что это за яд? Кто готов ответить? Мисс Грейнджер, ну конечно. Тут нужно сильное противоядие. Думаю, стоит начать с касторки. Хорошо, хорошо. Гарри, мой мальчик, какие-нибудь предложения? Да, можно и так, а можно просто сунуть безуар жертве в глотку. Да, да, безуар, несомненно, сработает. Отлично, юноша, отлично. Хороший зельеделец всегда сможет нейтрализовать действие собственных снадобий. Тема сегодняшнего урока – эйфорийный эликсир. Побольше перечной мяты, чтобы снять побочные эффекты. Вроде потребности дергать каждого встречного за нос. Мятные веточки. Поразить! Спасибо. Ну, давай, давай. Черт! Слишком много дыма, Гарри! Сушеный инжир. И три раза прокипятить. Вы неплохо справляетесь. Я знаю. Отлично. Сушеные бобы. Это больше похоже на фасоль. По-моему, это и есть фасоль, знаете. Да, по-моему, это фасоль в чистом виде. Так, у нас есть фиолетовый. Чудесно, чудесно! Иглы дикобраза. Я боюсь переборщить. Почти получилось! Не сдавайтесь! Так, опять три раза кипятить. О боже мой, сейчас мы... Вот, вот это вот зелье, оно самое страшное. Черт, блин! Чуть я задумался так, знаете? Что я забыл про зелье. Теперь вот это. Горькая полынь. Я знаю, если их пересболтать, они взорвутся. Ладно, вот чуть позже я вам покажу, как они взрываются. Сэр, вы знали Тома Редла? У мистера Редла было множество учителей в Хогвартсе. Я знаю, сэр, вы, наверное, уже сыты по горло вопросами о Волан-де-Морте и о крестражах. Я бы попросил вас больше не говорить о них. Но, сэр... Это Дамблдор подослал вас, да? Это был он! Я просто хочу узнать о Томе Редле. Вы слышите Рона. Ладно, задание вы провалили. А где выход? А, вон, все, нашел. Ты мог бы дать мне безар? Мне нужна хорошая оценка на зельях. Надо подмазаться к Слизнорту и расспросить его о Волан-де-Морте. Да? Ладно, я пойду перекушу.
МакГонагал ждет тебя в астрономической башне. А почему она прислала слизеринца? Я не твой личный почтальон. Иди и спроси ее сам. Но мракоборцы закрыли астрономическую башню. Значит, теперь они ее открыли. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Да. Теперь нам все доступны все локации в Хогвартсе. Шалость удалась. Так, ребята, давайте на этом закончим, потому что, мне кажется, уже пора. Я надеюсь, вам понравилась данная серия. Если это так, делайте то, что нужно. И на этом у меня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Леонардо. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается.